Последние числа марта. У нас небольшая новостная сводка с того, что происходит. Снег еще не растаял. И поехали. Вот это вот все. Вот это вот все. Почему так долго, да? Вот это вот все. Вот так вот у нас хранится. Потому что вот так вот это выглядит на данный момент. И вот это вот все. И вот это вот все. То есть очень много всего уже привезли. Наконец-то мы навели порядок в мастерской. Здесь у нас, смотрите, как чисто, аккуратно. Всего один велосипед, а не пять, находятся. Очень много велосипедов уже привезли. Велосипеды после осени, после зимы. Все достаточно грязные, все это надо отмывать. И, соответственно, здесь я даже зайти на не смогу вам показать. Вот там вот еще, вот тут вот, вот там вот. Очень много в темноте всего спрятано. Вот так вот, вот так вот. Здесь у нас еще одно рабочее место. Мы освободили. Сейчас три самоката в ремонте. Сейчас четвертый привезут. Такая вот куча. Почему так долго? Потому что велосипедов очень много. Если делать нормально и качественно, то за один день мастер может сделать, грубо говоря, один велосипед нормально. А если еще колеса, а если еще вилка, а если еще что-то другое, то получается намного дороже. И намного быстрее, и намного дольше. А в день приносит уже от 5 до 10 велосипедов. И физически сделать так быстро все это дело не получается. Плюс это надо все отмывать. Плюс некоторые велосипеды еще надо придумать, как их закрепить. Потому что вот тут детская сумка и так далее. Вот, даже приходится их вот так вот подвешивать, чтобы они место занимали поменьше. Значит, велосипед чистый, делается быстро. Велосипед грязный, надо мыть, делается долго. Двухподвес, под него вот этот вот элемент на задней втулке, на нижней втулке не найти. Соответственно, это будет стоять неизвестно сколько. Любая электрика тоже долго. Поэтому такой вот процесс у нас, к сожалению, очень небыстрый получается. Дальше будет лето, будет еще дальше, еще больше, еще сложнее, еще больше времени будет на все это дело уходить. Поэтому вот мы тут ходим немножко уже в шоке, как все это нам починить, чтобы клиенты были довольны, и чтобы все это было быстро.